Добрый день, любители рыбалки. На последней рыбалке я увидел у товарища кормушку на фидерную пуля. Подожди. Этот ты зажал когда, сам. Когда этот ты зажал, берешь, зажал, а? Зажал сам фидергам, получается. Да, а ты, здесь она получается как ступор идет. Да, да. Ты крутишь в одну сторону фидергам и во вторую. Да, это я знаю. Это я знаю, смотри, как делается. Здесь делаешь двойной узел, потом эту вяжешь с ним и туда его. Хлоп. А я через бусинку затянул. Бусинку. Фидергам на бусинку, эту на бусинку и все. Ну, правильно. Ну и думаю, что плетеная кормушка из проволоки может заменить пулю, так как самопродажа именно такой пули, вот как хотелось бы, я нас не видел. Давайте попробуем ее сделать, а потом я ее продемонстрирую, как она будет работать на рыбалке. Что для этого надо? Надо 14 вот таких вот проволочек. Длина у них получается 40 сантиметров, диаметр где-то 0,3. Это проволочки из трансформаторов, отслуживших свой срок. Медная проволочка. Ну что, давайте начнем. Складываю проволочку пополам. Беру колечко. Это колечко из-под ключей. Ну и начинаю накручивать. Раз, два, три, четыре. Вот эти вот первые я делаю немножко длиннее. Все остальные я делаю по три наворота. Так закручиваю все 14 проволочек. Все 14 кончиков заплетены. Теперь надо их распределить по колечку, соединить между собой. Вот таким вот образом. Три. Вот эти плечи где-то оставляю миллиметра 3. Вот эти вот стороны четырехгранника этого. Здесь неправильно сделал, получается, одну пропустил. Одну петельку пропустил, схватил другую. Это неправильно, она потом вылезет. Будет плестись плохо.
Надо брать их подряд, без пропусков. Иначе не получится красиво. По идее, вроде бы и красота не нужна. Но всегда хочется сделать лучше. Хуже она получится само. Так. Теперь надо их распределить по всей длине окружности. Вот, вроде бы соединилось. Теперь надо замкнуть эту окружность. А теперь ее удобнее будет плести на какой-нибудь формочке. Я взял трубку такого диаметра, как мне надо будет, чтобы была кормушка. Все. Теперь начинаем закручивать. Просто делаю сетку. Сейчас один ряд свяжу, потом камеру выключу. Довяжу ее до конца. И покажу окончательный момент, как я уже заливаю ее свинцом, чтобы было ясно весь процесс. Ясен весь процесс от начала до конца. Посмотрим, сколько там получится грамм. Я так, в принципе, где-то намерен я делать грамм 80-100, наверное. Потому что я ее планирую на течение. Дошел до 7 сантиметров. Наверное, еще один ряд сделаю. И уже будет готово она. Можно будет выплавлять груз сюда. Еще один рядок. Будет достаточно. Вот, в принципе, вот такая вот сеточка получается. Эту проволоку, в принципе, можно купить и в галантерейных магазинах. Она там продается 10 или 15 метров в бобинке. Называется для бисероплетения. Там разных цветов. Зеленая, черная бывает. Но только то, что она, конечно, дороговатая. А такая проволочка-то, в принципе, бросовый материал. Ну что, все.
Ряд закончился. Вот такая вот получается конструкция. Так. Теперь нам надо здесь сделать окончательный узел. Так. Теперь сделать завершающий узел. Вот здесь вот. Мы готовы к заливке. Сейчас зальем свинцом нашу форму, и получится прекрасная пуля. Я так думаю. Ну что, подоспел наш свинец. У формочки я обнаружил отверстие, которое будет мешать, через которое будет вливаться свинец. Я его залеплю хлебушком. Все, теперь никуда не денется. Ну что, с Божьей помощью. Поехали. Ну что, получилась у нас вот такая штука. Одна формочка, как вы заметили, у меня металлическая. Ну а вторую формочку я сделал из алебастра. И вот алебастровую формочку сейчас мы и зальем. Что-то она закипает. Сухая же была полностью. Она кипит вроде бы как там. Влага попала. Нифига себе. Ну вот вроде бы и все. Так, посмотрим, какой здесь вес получается. Значит, этой кормушки 80 грамм. Так, а вот этой 130. Ну, достаточно. Так, все, будьте здоровы. До новых встреч.